Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня мы продолжим с вами цикл передач про диеты, которые мы открыли совсем недавно. После первой пилотной передачи к нам в редакцию стали приходить ваши письма. И вот самое интересное письмо сегодня я озвучу. Пишет нам Мария, 45 лет, из города Чебоксары. Здравствуйте, редакция Sun Invest Media. Посмотрела я вашу передачу о диетах и поняла, что это про меня. Решила прислать вам свою историю. Год назад у меня был скорбный день. День моего рождения был, чтоб вы знали. Стол ломился от еды, но в глотку ничего не лезло. Блин, но почему так? Вот кому Бог дает штаны, тому не дает задницы. В моем случае Бог дал мне еды, зверский аппетит, внушительных размеров пузень и не дал мозгов. Моя тушка распухла до катастрофических размеров. Шкаф ломится от ни разу не надеванной одежды, а попытка забраться на 4-й этаж в собственную квартирку каждый раз кончается часовой одышкой и мыслями о бренности существования. А я еще ржала идиотка над анекдотом «Метр, метр, метр, где талия делать будем?» «Да на шее талия делать будем, там у меня самое узкое место». 90 кило, при росте 1,52 м. Это даже не катастрофа, это конец света. Господи, мне надоело пробегать мимо зеркал, зажмурившись, потому что если открыть глаза и посмотреть на свое отражение, то может Кондратий хватить перепугу. Божечки, это кто? Не, это не конь в пальто, здесь конь явно не подходит. Слон в пальто будет точнее. Ну, хотя какое пальто? Лето на дворе. Ёлки, это ж я маленькая, кругленькая, мордочка по циркулю, глазки заплыли от продовольственного изобилия. Ну, теперь понятно, про кого русский народ сочинил сказку «Колобок». Это про меня. Не, ну что же это такое? Ну, почему меня в крайности кидает от магазина «Детский мир» к магазину «Богатырь» безо всякой остановки? Это надо что-то делать. Но что? Да дурацкий вопрос. А то я сама не знаю. Худеть надо, матушка, худеть. Стройной юной газелью мне уже не бывать, но шанс стать пожилой тощей коровой у меня всяко-разно имеется. Вот так я думала ровно год назад, когда встретила старого знакомого на улице. Мужик конкретно похудел и похудел сильно. Я сама собой вкрадчиво спросила, как ему это удалось. Он не стал тянуть кота за хвост и выдал военную тайну. Волшебное слово «дюкан» было произнесено, и я помчалась домой качать книжку и регистрироваться на его сайте. То, что я прочитала, мне не очень понравилось, но большого отторжения тоже не вызвало. Белки, одни белки, кругом белки. И никаких углеводов. Ну, вообще никаких, целую неделю. Ты а чё, легко продержусь? Мясо я люблю, так что с голоду не помрём. Воды надо пить много, а это уже хуже. Водохлёбом сроду не была. И отруби. Надо жрать отруби. Да зачем? А вот когда придете в туалет утром и обнаружите, что организм не желает расставаться со съеденным за день, тогда узнаете зачем. Короче говоря, вдохновленная результатами друга, я поперла в магазин и сделала закупку полезных продуктов. Кроме того, я купила себе весы. Красные. Потому что дураки что? Красные любят, правильно. Закупила продукты на неделю, а именно курицу, обезжиренное молоко, обезжиренный творог, крабовые палочки, упаковку боржоми и овсяные отруби. Все, отступать дальше некуда. Здравствуй, диета. Вот хочу сразу сказать, что с сентября прошлого года скинула 15 килограмм. Ой, спасибо, Мария, вам за вашу интересную историю. Желаем вам удачи в этом нелегком деле. Пишите нам еще. Дорогие телезрители, если у кого есть опыт сидения на различных диетах, пишите нам. А мы ваши письма с удовольствием озвучим. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, пишите отзывы. До новых встреч!